Вот так вот вы будете ходить. Ну да, ну вы молодцы. Вы протолкнули его на 3 шага, но вы сделали это неправильно. Еще раз, позиция. Мы друг другу немножко поддаемся. Сначала я иду, но с прямой позиции ты тоже отталкиваешь меня. Вот. Чуть-чуть, чтобы меня вот напор. Потом я иду, но видишь, тебе это тоже помогает. Ну не должно вот так. Точно должно. Кто ответит почему? Давайте еще раз. Закрепим. При том, что мы наклоняемся, человек, с которым мы работаем, он может просто в сторону отойти, высадить колено и мы напоримся. Вот у тебя любимое колено, я поняла, да? Провалить. Он, то есть можно провалить так, что не только колено, любое движение. Да. Мы можем согнуть свою спину. Да. То есть, когда мы сгибаем свою спину, мы опять же подставляем свои легкие, они начинают меньше дышать. То есть, ну, неудобно становится дышать, и мы быстрее заканчиваемся. То есть, силы наши быстрее заканчиваются. Когда мы наклоняемся, соперник может отойти в бок, и мы можем упасть. Как вариант, да. Упасть, отжаться и дальше пойти, да? Да, отжаться. Когда мы наклоняемся, соперник может отойти и ударить по вашу. Вот, видите, вы реально все знаете. Но итог, я прошлась по тому краю, чуть даже до этого не дошла. Вот, стоят 2 баранчика и толкаются. И потом обратно, ой, как классно получается, давай еще. А уже весело. Ну, давайте, соберитесь, ребят. Хочется просто, чтобы, действительно, чтобы вы сразу прям увидели прямую спину и попробовали хоть чуть-чуть, а не как обычно. Пять. Еще раз.